Здравствуйте, это телеканал ПС и прогноз погоды с Юнисом. Счастье простое, за ним не нужно бежать. Нужно открыть свою душу и просто чуть-чуть подождать. И о погоде на 19 число, понедельник, весна в Архангельской области. Котлас плюс 22, ясный ветер слабый и весь день без осадков. Кто-то радуется, а я вот люблю дождь. Так Плесецк плюс 23, пасмурно, тоже почему-то без осадков, ветер слабый. В Вельске и вовсе плюс 24, ясное небо, без осадков. И о погоде где, спросите вы? А я отвечу, в Архангельске. Утром в Архангельске пасмурно, без осадков, слабый ветер, плюс 16 на термометре. Днем пасмурно, без осадков, слабый ветер и температура воздуха плюс 23. И вечером пасмурно, без осадков, слабый ветер и плюс 17 градусов на термометре. Найдите три отличия, а я спою. В Африке горы вот такой вышины. В Африке реки вот такой ширины. Обезьяны-кошелоты. До встречи на телеканале ПС.